Как-то пошли мы с ребятами в ближний лесок. Тихо в осеннем лесу, только осины шелестят. И слышим мы тут голос. «Здравствуйте!» — говорит кто-то. «Приветствую вас в своем царстве-государстве!» Нагнулись мы, а там боровик-красавец стоит. Настоящий грибной царь. «Ты хоть и царь, но всего грибной, а мы пришли в царство лесное!» — отвечаю. Усмехнулся он. «А без моего грибного не было бы лесного. Без нас и лес не растет, и человек не живет. Мы, грибы, все можем и одарить, и наказать. А вот пойдемте-ка со мной». Пошли мы за боровиком, а он словно парад подданных своих принимает. Тут и сыроежки, и серушки, и гладыши, и целый выводок маслят. Быстро мы свои кузовки наполнили, а царь-боровик нам про свое государство-царство рассказывает. Съедобных грибов, которых люди собирают, десятки. Их они еще грибами полезными называют. А кругом ведь тысячи и тысячи грибов. Вот выросла трава мать и мачеха, отцвела, а на листьях ее тут же грибы поселились. Присмотрелись мы, и вправду, целая колония грибов. Вышли в поле. Овес под ветром колышется. «И здесь, мои подданные, — говорит боровик, — гляньте-ка, какие красивые колоси, красные. Это тоже грибы поселились на стеблях. Значит, нерадивый хозяин за этим полем ухаживал, плохо семена хранил. Если он и дальше нерадение свое тешить будет, накажем мы его по всей строгости, оставим без урожая». Мы только ахнули. Строг царь-государь. А вот клен стоит на опушке. Листья его побелели. Это тоже грибы на его листьях обосновались. Сигналят нам. Дерево болеет, может и лес заболеть. Нужен срочно врач лесной. А боровик прямым ходом в деревню, на огороды. Мы едва поспеваем. Видим грядка с клубникой. Такие аппетитные ягоды. Ну что это? Побелела на глазах ягодка. Тоже грибы ее одолели. В теплицу зашли? А на помидорах некоторые ветки пожухли. И это опять грибная работа. А боровичок ножкой топает. Ах, нерадивая хозяйка. Плохо за огородом следит. Болеет у нее растение. А ну-ка, заглянем к ней в дом. Вмиг и очутились мы на кухне. Смотрите внимательно, говорит царь-боровик. Куда ни кинь взгляд, всюду наша грибная работа и забота. Вот, например, дрожжи. А знаете вы, что это тоже грибы? Сейчас мы их клинку и песочком посыплем для питания, теплой водички добавим, муки, и будет для пирогов опара. Только мы отвернулись, а глядь, уж из горшка пара так и пышет. Это дрожжевые грибы свое дело сделали. А боровик дальше рассказ ведет. Вот чайный гриб. Из него замечательный напиток получается. В шампанском тоже наша работа. В пиве наши грибы трудятся. Но это вам, ребята, ни к чему.
Вы вот лучше кваску отведайте. Замечательный квас мои подданные делают. А вот и сыр. Видите, какие в нем дырки? Настоящего сыра без нас, грибов, тоже не получить. Мы его сделали воздушным, вкус ему добавили. Заглянул Боровичок попутно в банку с вареньем и ахнул. Опять эти нерадивые хозяева. Видите, какая плесень на варенье? А ведь это тоже грибы. Нам в человеческом хозяйстве работы хватает. Одних пищевых отходов сколько нужно переработать. Если бы не мы, так человек давно бы уже в этих отходах утонул. А мы вот поза ним все перерабатываем, плодородную почву превращаем. И лекарства сделаем, например, пенициллин, который вам колют при температуре. Оставили мы дома корзинки и снова в лес за царем Боровиком. Теперь, говорит, расскажу я вам про грибы, которые вы погаными зовете. Знаете, нет в лесу негодных и вредных грибов. Все они своим делом занят. Все лесную подстилку, пеньки, сучья, сухостой в почву лесную, гумус превращает. Поглядите-ка. Вон какие у меня опята, дружные ребят. Каждый пенек, каждую падшую веточку, каждую хвоинку в дело произведут. Они как повара готовят пищу для большого леса. Поняли? Удивились мы, как это? Разве деревья грибами питаются? Засмеялся Боровик. Грибы – это не только то, что вы сверху видите. Вот посмотрите, приподнял он лесную подстилку. Все это гриб, он и под землей тоже ведет свою полезную работу. Сеточка – это грибницы называют. Это под землей, а это то, что вы видите наверху. Вот такая у нас получилась познавательная грибная экскурсия с царем Боровиком по его грибному царству-государству. На прощание он нас снова в лес пригласил. «Приходите, — говорит, — с лукошками, мы вам всегда рады. И знайте, что нет бесполезных грибов. Все они на моей государевой службе. Только нужно знать, который куда годится, который в корзинку, а который ни в коем случае трогать нельзя». Повернулся наш царь Боровик и исчез в густой лесной траве. Остался один гриб. Мы его трогать не стали. А вдруг он и впрямь настоящий царь.